У тебя больше нет дома, нет документов, нет родителей, нет друзей, нет девушки. Талантливый дизайнер компьютерных игр, молодой москвич Кирилл. Казалось бы, жизнь идет своим чередом. Но в один день все меняется, он оказывается стертым из памяти тех, кого знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для новой важной миссии. Он должен стать таможенником между параллельными мирами, коих во вселенной десятки. По-моему, она живая. Фильм «Черновик», отечественная премьера, одноименная книга, которая стала бестселлером, была написана еще десятилетия назад Сергеем Лукьяненко. На больших экранах зрители увидели любимый сюжет благодаря режиссеру Сергею Мокрицкому. Именно он решил сделать экранизацию. Мне фильм понравился. Фильм действительно, он близок к книге, что всегда греет сердце автора. Он динамичен, красив. Хорошо играют актеры. Ну, в общем, все то, что автору хочется увидеть в экранном воплощении, там есть. Звездный актерский состав фильма говорит сам за себя. Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Андрей Мерзликин, Елена Яковлева способны покорить любого зрителя, но все-таки утверждая актера на главную роль. Режиссер сделал ставку на молодежь. Главного героя сыграл петербургский актер, 24-летний Никита Волков. Я не знаю, насколько там получилось у меня это сыграть, но это какие-то невероятные... Ну, то есть, ну, например, я не очень понимаю, как вдруг ты вот знаешь этого человека, а потом бац, и, а он тебя не узнает. В Ульяновске любители Сергея Лукьяненко встретили фильм с особым трепетом и восторгом. Я очень люблю Сергея Лукьяненко, и «Черновик», «Чистовик» — одни из самых любимых его книг, и поэтому премьеру очень ждали. Мне понравилось то, что сюжет в целом не был изменен, как обычно бывает при экранизациях. И мне нравится один из новых современных актеров, очень Евгений Ткачук. Он дает задуматься о том, в каком мире мы живем, как он оказывается хрупким, и его нужно беречь, охранять. И в то же время показано, что именно любовь побеждает какие-то жизненные трудности, побеждает именно любовь. Параллельные вселенные, удивительные миры, побывать в них может каждый. Фильм «Черновик» стартовал во всех кинотеатрах страны. Любовь Фомичева, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск.